Цикл туристических передач телеканала «Продвижение» занял первое место в киноконкурсе первого международного фестиваля «Русский путешественник» имени Николая Миклуха-Маклая. Команда проекта получила два диплома: лучшая программа в номинации «Многонациональная Россия» и лучший ведущий передачи о туризме. Гости фестиваля в Орле – капитаны кругосветных плаваний, исследователи Арктики, потомки первооткрывателей. После форума путешественников с полным чемоданом впечатлений вернулась и наш корреспондент. В Орле приземлился свой Гагарин – бронзовый. Рядом с космонавтом – мореплаватель эпохи Российской империи и современный турист. Скульптурная композиция символизирует связь поколений первооткрывателей. Люди, которые будут приходить сюда, они будут знать о тех, кто вообще расширял наше впечатление и наши знания. В честь отца Ольги Чкаловой, летчика-испытателя, не звезда. На этой аллее славы – глобусы, скульптура и памятные знаки в честь открытия международного фестиваля имени Николая Миклуха-Маклая. Путешественники, исследователи, кинодокументалисты, блогеры, журналисты. Здесь, на фестивале в Орле, схватывать приходится на лету. Форум, кинопоказ тревел-фильмов, а также выставка-ярмарка сувениров. Мои любимые, например, вот деревянные из бересты. Показ фильмов и программ о туризме – особая часть фестиваля. Больше сотни работ из 20 регионов России. Крым, Ямал, Кавказ. Победитель в номинации «Многонациональная Россия» – фильм из цикла «Самокат» об этнографическом туризме. Так, они прижали меня к стенке. Самый передовой и самый лучший способ рассказать о путешествии – это показать. Вот эта телевизионная или киношная часть, она имеет решающее значение для продвижения путешественников. О популярном трендах в развитии мирового туризма и уникальном, необычных экспедициях рассказывают те, кто плавал, ездил, летал, знает. Парапутешественник-экстремал Игорь Скикевич в одиночку пересек всю Россию на инвалидной коляске, а теперь конструирует аппарат для дайвинга. Что интересно, когда посчитал, я пошел ровно 70 географических точек вместе с городами, с поселками, с памятниками военных лет. Вот. И каждая географическая точка, каждый город по-своему хороший. Территория путешествий – Орел. В следующем году организаторы намерены расправить крылья и расширить фестиваль. Вероятно, новым местом встречи путешественников, журналистов, кинодокументалистов станет Архангельск. Жанна Толстикова, Наталья Юрина, Сергей Руднев. Новости здесь, Омск.